Стать суд берет. В Абайском районном суде начался беспрецедентный процесс. Здесь судят бывшего судью. По версии следствия, он за положительное решение вопроса по гражданскому делу запросил у обвиняемой стороны 100 тысяч тенге. Накануне по данному делу состоялось первое судебное разбирательство. Чем оно закончилось, расскажет Мирамгуль Салкимбаева. В конце июля прошлого года пострадавшая истории Сауле Нуржанова за положительное решение жилищного вопроса судья Октябрьского районного суда Данияру Нагмеджанову через адвоката Клеймана дала 100 тысяч тенге. Как отмечает карагандинка, сделала она это ненамеренно. В середине апреля я подала иск по поводу оформления документов на свое имя. Дело тянулось все лето, а после он у меня потребовал деньги. Адвокат мне сказал, что 500 тысяч тенге оказалось 100 тысяч. Уже 8 августа прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в служебном кабинете при получении взятки блюститель закона был задержан. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан уголовное дело в отношении судьи Нагмеджанова было возбуждено 15 августа 2012 года. А накануне в здании суда Абайского района прошло первое судебное заседание. Однако съемочную группу телеканала «Первый Карагандинский» на процесс не впустили. Если вина экс-судьи Нагмеджанова в суде докажется, то последние 10 лет он может провести за решеткой. Мирамгуль Салкимбаева, Олеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.